Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и я начинаю прохождение Call of the Sea, Зов моря. И если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Игру я скачал с Epic Store, ее там бесплатно раздавали, уже давно это было, и давно я планирую в эту игру поиграть, но все как-то, знаете, времени находил. Все какие-то другие игры у меня были на повестке. И вот сейчас решил, что пора бы уже и за эту игрушку взяться. Ну что, поехали, новая игра. Русский язык, субтитры, да, начать новую игру. Поехали. Вроде бы что-то должно быть интересное. Судя по описанию. Я чуть играть еще не успел начать, уже меня тут это куда-то посылают. Че за дела-то? Можно, пожалуйста, без оскорблений? Пролог. Семейное наследие. И я могу двигаться? А-а-а. Вон оно что? Вон оно как? Where am I? Даже я могу или я уплыть отсюда нафиг? Или ладно, плывем. I've been here my entire life. I'm trapped in here. The stairs. I'm climbing these stairs again. Слушайте, ну выглядит прям очень симпатичненько. My mother died and left me that music box in her will. Harry always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search for one myself, you said. And in that search, it seems you lost yourself. I don't think I'd ever... Pardon me, madam, but the island is in sight. We'll be lowering the boat in just a minute. Oh, thank you so much, Captain Hodgson. I'll be right out. All right, time to gather my things. Ooh. Так, а на что собирать? На левую клавишу мыши, да? Ah, the amazing adventures of Nora Everhart. Так, этап, чтобы открыть дневник. Мемуары о моем выдающемся путешествии. Нора, запомни это число. Так, 506. Запомнил. Листать разделы. Листать страницы. Left, right. А, тут вон как много всего. Ну, давайте потом к этому мы обратимся, почитаем. Сейчас надо нам собрать вещи. Oh,
Better cover up my hands before I leave the cabin. I wouldn't want anyone thinking I'm a circus freak. I received a... I love this song. Нора Эверхарт, ППР Таити. Одна посылка, 10.09.1934. Доставлена. Так, приблизить. А, можно еще вращать. Вон оно как. Слушай, ну прям мне нравится. Пока что все. Так. А тут зачем записывать? Я вроде бы догадываюсь, какой код. Не? Да? Alright, now it's open. Так. Здесь у нас что? Harry Everhart. My husband, my partner, and my dear old pal. Ага, найти мужа. Опа! А мне бы его взять? А как? А, все понятно. This strange and sharp relic came in the package I received at home. Ничего не могу с ним сделать. Нет, да? Берем. I saw this island in one of my unsettling dreams. I drew it as soon as I woke up. Так, заберем. Это можем забрать? Это мы забрать не можем. Да погоди ты! Видишь, тут я... I think I've overpacked. Сейчас, подожди. Что, сейчас сделаем здесь сначала? It was not the same without you, Harry. Так, вроде бы, ну еще не все осмотрели. It's not exactly a clawfoot tub, but you can't always get what you want. I missed the sea so much when we moved to Denver. Так, а здесь, ну вроде бы все, да, мы осмотрели, а нет, не все. Merveilles du mer du sud, marvels of the southern seas, I think. Так. Ну, еще что-то есть тут осмотреть. О. Да, слушай, ну подруга наша прям нормально так затарилась. Куча всего с собой понабрала в такое путешествие. Тут надо, если на остров ты будешь высаживаться, здесь не платье надо, здесь надо какую-нибудь такую одежку а-ля там... Сафари, как он там, Индиана Джонс, что-то в этом духе. Так, ну ладно, выходим. Lower the motorboat. Be careful with Mrs. Everhart's equipment, lads. We'll be back to pick you up in 3 days. I really hope you find your husband there, madam. I hope it too. I'll see you in 3 days. В смысле, а ты что, одна остаешь на острове и ничего не боишься, такая смелая? You know what the legends say about it. I'll take care. Или они считают, что остров необитаем и там наша героиня будет себя чувствовать вполне безопасно? Блин, ну красиво смотрится, выглядит все очень симпатично. И у меня возникают вопросы к некоторым играм. Особенно к Reincarnated Gatton of Banban, который мы недавно играли с вами. Та графика и эта вообще несравнима. И здесь все работает прям отлично. А там что-то прям так все периодически проседало. И пришлось мне там резать очень сильно графику. А здесь я вроде бы этим делом не занимался.
so familiar. As impossible as that may sound, is this the island I dreamed about? This can't be a coincidence. Call of the Sea. Или погоди, а может быть я графику резал все-таки? Да нет, ничего не резал. Все как было, так и осталось. Я просто потесну, да, вот немножко есть, фпсы проседают, но... Видяшка не такая мощная, но... Думаю, потихонечку я на нее насобираю. Плюс сейчас это говорят, что на те видяхи, которые я хочу, ну, которую модельку я хочу купить, будут скидки делать большие. Честь выпуска с 4090, нет, 4060 Ti. Поэтому. Погодь, подожди, а я чё... Один приехал сюда, что ли? На остров? То есть меня никто не вез? Ладно, ладно. Так, а прыгать, ходить, там что-нибудь... Бегать там типа того. A Polynesian outrigger canoe, beautifully crafted too. Ничего здесь нет интересного в этой поделке. Что-нибудь вытащить нельзя никак? That's a vivo, a flute that the Polynesians play with their nose. I won't be playing that. И все. Ладно. A note written in French. I only understand two words: ill and mort, island and death. It must be a warning about the dangers of the island. Так. This machete is completely worn down. The blade is dull. Я думаю, мачете стоило бы взять бы с собой. The blade is dull. Реально. Девушка высадилась одна на острове, видит мачете, говорит, она затупилась, и брать она его не хочет. Может, у нас есть оружие, какой-нибудь пистолет, там что-нибудь. Я так понимаю, мы здесь отбиваться ни от кого не будем, это просто игра такая... Quite good. I dare say I might even walk a little faster than usual. Ну, это адвенчура, поэтому я так понимаю, что все-таки здесь, хотя может быть и будут перестрелки, кто его знает. Так, а куда идти-то? Воу-воу-воу, погоди. А. Так, давай осмотримся сначала, что у нас тут. А прыгать... Может, появится возможность прыгать все-таки? Так, а здесь что у нас? These wooden figures are called Unu. This seems to be telling a story. Рассказывает историю, да? Вулкан, поклонение. Или что, горе поклонялись они. Типа того, что-то такое, да? Может быть, в эту щель посмотреть, там
Как-нибудь что-нибудь можно увидеть? Нужное нам. Не? Ничего? Или есть что-то? Не, ничего. Ладненько. Не, ну, получается, на острове обитают дикари, походу. Налицо ужасные добрые внутри. Люди-дикари. Так. Вызвали какого-то монстра, да? Из воды. Или как понять? Что-то в этом духе. Тут у нас что? Хотя, может быть, это и не дикари. А муж главной героини здесь что-нибудь-то. Может, муж здесь что-нибудь там так долго жил, уже все это понастроил, понаделал. Как Робинзон Крузо. From what I've read, the Polynesians don't need doors. So why build such a big one? Well, that did something. Хорошо. А, не хватает, да? Не хватает. Ладненько, сейчас найдем. Нора. Нора, там нора, короче. Ага. Ничего покрутить нельзя здесь никак. Но, видимо, нет. This box. CW. Those are the initials on the brass key. It opens it. So whoever sent me this key was here. Здесь валяется, нажать и получится. А, вот так, да? Что-то в этом духе. Все понятно, все понятно. Так, ладно, я пришел откуда? Я пришел оттуда. Во. Well, look what's hidden here. Взяли необходимую нам вещь, сейчас ее вставим туда. Такой, знаете, что-то типа а-ля, наверное, ну, не до квест такой, знаете, где у вас есть предметы, и герой просто находит, надо находить места, куда наша героиня может эти предметы вставить. Да меня вот смущает вот эта пещера. Хочу сюда сходить, потому что вдруг здесь что-то я сейчас найду интересное. А сюда потом уже и не вернусь. Вода. Что-то полезное отыскали. Так, давай-ка посмотрим. Это море. А, ну да, ну я так и понял, что это море. Погоди, а может быть все-таки... вот. А, то есть...
Рассказ потихонечку дополняется. Ну, фотографиями, документами. 6 июля 34 год. Прошел месяц с тех пор, как я получила последнее письмо от Гарри. На нем стоял штамп Сан-Франциско. Гарри прислал, что писал, что информацию о моей болезни можно найти в Тихом океане. Я надеюсь, его молчание вызвано только скоростью доставки почты. Прошлой ночью мне... Так, это 14 июля. Прошлой ночью мне приснился еще один яркий сон, но на сей раз он отличался от прочих. Я увидела вдалеке странный остров. В самом центре острова, перед окутанной туманом горой, возвышался огромный каменный обелиск, и я проснулась в холодном поту. 16 сентября. Я постоянно просыпаюсь посреди ночи от странных снов. От Гарри по-прежнему никаких вестей, а тем временем прошло целых 3 месяца. Будь проклята моя болезнь, мой муж пропал, а я едва держусь на ногах и через пару минут уже падаю от усталости. 10 октября. Загадочное предложение, написанное на фотографии моего мужа. Древняя каменная реликвия, похожая на нож. Латунный ключ с выгравированными на нем буквами КВ. Все это почтальон вчера принес мне в посылке с почтовым штемпелем Таити и без имени отправителя. Угу. Так. Найди его. 74 морские мили к востоку от Атахейте. Пролистав пару книг по истории географии, я обнаружила, что Атахейте — это просто старое название Таити. Посылка оттуда и пришла. Что все это значит? Как бы то ни было, я приняла решение. Пускай я все еще чувствую себя как в тумане, я должна сделать все, что в моих силах. Мне будет нелегко, но я найду своего мужа, чего бы мне это ни стоило. Даже если для этого придется отправиться на край света. 14 октября. Отправившись по следу Гарри, я села на поезд до Сан-Франциско. В Мэдисон Билдинг я узнала, что 25 мая Гарри купил 6 билетов до Таити на пароход «Кармель». Опять Таити. Кстати, то ли из-за свежего воздуха, то ли из-за морского бриза я чувствую себя намного лучше. Таити. На штампе написано 19 октября. Сначала я отправлюсь на океанском лайнере на Таити. Если Гарри там не будет, мне придется найти корабль, который отвезет меня на 74 морские мили к востоку от Таити. Это будет нелегко и весьма недешево. 23 октября. Я так скучала по морю с тех пор, как мы с Гарри переехали в Денвер. Обожаю сидеть на палубе и смотреть, как лунный свет играет на воде. Все это очень успокаивает. 1 ноября. Наконец-то я на Таити. Найти информацию об экспедиции Гарри оказалось непростой задачей. Я, должно быть, обошла весь Папиэти, расспрашивая о ней, но, похоже, никто ничего не знает. Что же до того места, примерно в 74 милях к востоку от Таити, некоторые местные жители упоминали, что там есть остров, но больше ничего о нем не говорят. Кажется, они считают его проклятым. Я познакомилась с английским моряком, капитаном Ходжсоном. Что-то не мог выговорить просто как фамилию, да, или имя Ходжсон. Ходжсон. Ладно. Он знал некоторых членов экипажа китобойного судна «Леди Шеннон». Судя по всему, этот корабль доставил американскую экспедицию на остров к востоку от Таити. По словам Ходжсона... Да что такое, я не могу выговорить. Ходжсон. В чем проблема? Ходжсона. Проблема уже несколько месяцев с тех пор, как он в последний раз видел «Леди Шеннон» или кого-то из экипажа. Прошло несколько месяцев с тех пор, как... Ага. И всякий хороший моряк, капитан суеверен. Я что, сошел с ума? Я не собираюсь рисковать жизнью своей команды, отправляясь на этот проклятый остров. 4 ноября. После 3 дней упрашиваний мне удалось убедить капитана Ходжсона... Так, меня тут в очередной раз отвлекли. На чем я остановился-то? Отвезти меня на остров, поберегите деньги, миссис Эверхарт. Достаточно награды будет, если вы от меня отцепитесь. Кажется, у этого воршливого старика-моряка доброе и нежное сердце. Далее.
Я приехал на таинственный остров. Так, подождите, 6 ноября. Я приехал на таинственный остров в 74 милях к востоку от Таити. Рыбаки вернутся за мной через 3 дня. Надеюсь, этого времени мне хватит, чтобы найти тебя, сердечный друг. Странно, полинезийцы не используют двери, а тем более механизмы для защиты дверей. Если я хочу добраться до центра острова, надо открыть его. Нора, дорогая, это необычный остров. Так, необычный, это необычный, это необычный остров. Необычный, наверное, не должно было быть слитно бы, как мне кажется. Ну ладно. Чтобы попасть на внутренний остров, мне нужен был ключ, который прислали в той таинственной посылке. Что это значит? Так, все, да? Здесь заметочка такая, а еще заметочка, ага, вот как, у рычажного механизма нет крышки, мемуар о моем выдающемся, так, Нора, запомни это число, Нора, подожди, Нора, Нора, дорогая, все правильно, это необычный остров, хорошо, так, здесь посмотрели, здесь почитали, запомнили, что это море. Выходим сюда и заходим в открывшийся проход. Так, а это что у нас? Здесь ничего? Нельзя нажать? Ну, видимо, ничего. Не, ну хорошо, что добавили бег. А то вот так вот ходить, бродить по острову не вызывает удовольствия. This may be the first time I trespass a private property. My childhood in Newburyport wasn't exactly the most thrilling thing. Так, опаля, куда вышли? Что здесь у нас? Котелок. Бутылка непонятно чего, консерва какая-то. Но все это взять мы не можем. А тут? Harry? Harry, you were here. You were here and I found you, damn it. Where are you now? Where is everybody? Where did you and all your crew go? Lady Shannon? That name sounds familiar. I'd better check my journal. Судно «Леди Шеннон». Груз 6 человек, хрупкое оборудование, несколько ящиков с оборудованием, оружие и взрывчатые вещества, припасы на 3 недели. Ага. Так, окей. Это глянули. That doesn't fit in with Polynesian traditions either. Mm-hmm. This reminds me of those slot machines that Harry and I saw at the Atlantic City Pier. But a Polynesian version. Погоди, такое ощущение, что мне надо где-то найти. Подсказочку. К этому делу. И, может быть, подсказку можно будет найти на тех столбах? Или погоди. Я нашла недостающую деталь, чтобы открыть дверь. Она вела в манговое болото. Я отрезана от центра острова странным механическим мостом над рекой. Кто-то сильно постарался, чтобы люди не могли туда попасть.
Гарри был на этом острове, и я надеюсь, что он все еще здесь. Я нашла фотографии всех членов экспедиции, и мне кажется, что я смутно узнаю некоторых из них по письмам, некоторые, которые он мне присылал. Но куда они делись? Может, они где-то разбили лагерь? А может быть, их местные аборигены съели? Не знаю. I can feel the air is denser here in this mangrove swamp. Так, а ну-ка. А это что у нас? Rays of sunlight shining through. Another symbol. Так. Заметки. А, ну вот и здесь сейчас все эти символы и выстроятся, и мы сможем там подобрать и активировать мост. Now that I've crossed half the world, I wouldn't mind crossing the other half. But I have to do it with you, old pal. Капец тут. Куда можно идти-то? Столько развилок. Вот, еще. This sort of pond is a Polynesian fishing technique. There's another symbol inside it. Bone fish hook. Ага. Ясно, понятно. Так, сколько у нас? У нас сейчас уже 3, да? Вот еще один. What a beautiful mountainous landscape. А, я пришел оттуда и повернул здесь. Так, ясно, понятно. А пройти здесь есть возможность? Ага. Подожди, а тут, наверное, у нее должна появиться возможность прыгать, я не знаю. Или просто до прохода нет. Такая вот плотина. Так. Вот он. This is so beautiful. Да, слушай, ну красиво. Да, красиво, красиво. Ребят, ну я думаю, знаете что, на этом я остановлюсь. Дальше уже двинемся в следующей серии. Прикольно, знаете, я хочу сказать, мне прям очень нравится. Все. Плюс я вижу, что здесь можно нам это дело открыть. Да, короткий путь. Мы же отсюда тогда пришли. Да, так и есть. Вон наша лодка. Да, я думал, если честно, ну, что-то будет такое квестовое. Polynesian chieftains make their head ornaments with lorikeet feathers. What a lovely souvenir. Ну а здесь как-то все так, ну, здесь сделано в виде такого приключения, хождения, брождения. И мне это нравится. Реально нравится. This looks like cargo from an earlier voyage, long before Harry's expedition. Угу. Что-то нашел. Чисто как achievement. Выходит, что так.
There are lorikeet feathers scattered around this uni. I'll draw the symbol in my journal. Так, у нас 5, а там сколько? Там тоже 5, да, по-моему? Был штуковин, который можно вращать. Вроде здесь все. Сюда не пройти, здесь колья. И плавать она не хочет. Ну да, походу, значит, все, я нашел все символы. И можно пойти, будет мост покрутить. И его активировать. Но я говорю, это мы сделаем уже в следующей серии, ребят. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Call of the Sea, Зов моря. Всем пока.